Фильм удостоен «Золотой пальмовой ветви» на 69-м Каннском кинофестивале. Доброе утро, мистер Блейк. Я должна определить, можете ли вы претендовать на пособие по состоянию здоровья. Можете пройти больше 50 метров? Да. Можете поднять руку, чтобы положить что-нибудь в верхний карман? Да. Можно я вопрос задам? Вы по профессии врач? У меня был сердечный приступ. Врач сказал, что я пока не могу работать. Вы должны продолжать искать работу, иначе выплаты будут приостановлены. Это какая-то ошибка. Если вас признали здоровым, то остается только пособие по безработице. Дайте анкету. Нужно заполнить онлайн, сэр. Я был плотником. С компьютером я не дружу. Вам нужно навести туда мышку. Не так? Не совсем так. Я хожу по кругу, как осел. Я прошу вас уйти. Я пытаюсь объяснить ситуацию, а вам плевать. У меня всего 12 фунтов. Вы устроили скандал. Господи боже! Кто первый в очереди? Я. Вы не против, если девушка пройдет первой? Нет, конечно. Это не ваше дело. Вы тоже должны уйти. Это какой-то запредельный фарс. Предлагать несуществующую работу. Все, чтобы меня унизить. Ты не должна стыдиться. У тебя двое детей. Ты умница. Я такое видела. Хорошие люди. На улице. Вы можете все потерять. Я сдаваться не стану. Потерять самоуважение – это смерть. Я Дэниел Блейк.